На канале Семья Сальтуха, а сегодня мы поиграем в игрушку под названием Standoff. Кто-то немножко поиграл, вспомнил, как играть, апнул второй уровень, и знаете что? Мне выпал вот этот вот красавец. Да-да, наверное, купил, задонатил, но нет. Я просто открыл, и я молодец. Вот есть еще история всякого покупку. Так, история вот покупок и продаж. Ничего нету, это значит, я выбил. Так, давайте сегодня поиграем вот за кратко бомбы. Очень даже интересный режим. Можно сказать, классический. И сейчас мы посмотрим, что же на втором уровне в Standoff творится. Потому что на первом уровне, можно сказать, там, как обычно, союзники очень глупые, а противники слишком умные. Вот так и бывает. Так, немножко нужно прибавить. Надеюсь, не слишком будет громко. Потому что мне надо слушать, где эти дворняги. Осуждаю, если что такое. Так, Сакура. Ну, не слишком, да, моя любимая карта, но тоже сойдет. Так. Ну, наверное, если будет место, я лучше за спецназ пойду. Потому что... да. Потому что за этот... За КТ, ну, то есть за террористов, мне не слишком нравится. Потому что меня там убивают. Морально. И вообще физически... издеваются. Вот тут просто выходишь и течет по вах. Да уж. Ладно, я тоже не из самых профессиональных людей, которые играют. Но хотя бы лучше среднего. Конечно, очень офигительный у меня зажим. Ничего не скажет, не сказать. Так, окей, мы сейчас просто загребем. Избавимся от оружия, я не спецназовец. Я вообще, вот, пошел в этот магазин. А, ой. Так, давайте вот это возьмем и погнали. Так, 4 на 4, окей. Сбалансировка хорошая. Коль такое можно сказать. Так, давайте зайдем вот сюда. Ну, наверное... Я очень косо кину. Так. Есть люди. Ай-яй-яй, он нас просто вынес. 81 хп я нанес. Так, роглифы и матаски. Ну, давайте хотя бы что-то творите. А, ну ладно, чё он не умеет. Не понимает эту карту вообще. Наверное, в первый раз играет, он не знает, как подпрыгнуть. О, научился подпрыгивать. В это время уже все запомнили. Это даже не додумался. О, нет, додумался все-таки. Друг, ты не пролезешь тут. Давай, давай, давай. Ты еще побыстрее можешь? Давай. Вообще реально глупенький чел. О, фига себе он запрятал. Даже я бы, наверное, не нашел. Давай! Давай, 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 давай! Вот это вот повезло! Фига себе, чего повезло. Так, ты на 4. А вот это вот я не понял. Это что за неравенство? Так, давайте вот это возьмем. И ну и гранатки. Фамас. Так. Да, вот, у меня тут на МП7 скин. Пойду вот сюда вот лучше. Посмотрим, что тут нам скажут. Здравствуйте. Конечно, очень, наверное, нагло вот так вот заваливаться. Почему бы и нет? Понял. Сударынь, отдайте... А, понял. Извиняюсь. Ужасно у вас оружие, сударынь. Так что я пойду лучше за другими персонажами и убивать их. Па, кто-то там дебоширит. А где? Где что? А где кто? Где последний? О, последний. Матраскин всех убил, он вообще молодец. А нет, последний убили. Не успел. Так, ладно, давайте возьмем вот этот красивенький скин и будем играть за него. Просто посмотреть, ля какая красота. На налячем аккаунте, просто и быстренько.
Да уж, иногда человеку везет, иногда вообще по полгода ничего не может выпустить. Вот так вот. Быстро на мид просто заваливаемся. И вот сюда вот. Так, драйва. Так, о, здрасте. До свидания. Оба. Ладно, возьмем. Не-не-не, калаш, калаш, калаш. Успел калаш своровать. Хе-хе-хе. Скотина. Просто гнида. Ладно, мне впадло что-то покупать. Ну, этот фанал. Сдохни, черт. Я хочу, чтобы ты сдох. Конечно, также это моя очень тупость. Ну ладно. И такое бывает. Улюля! А, понял. Здрасте, брат. Что это такое? Нам такое не надо. Калаша даем. Где калаш? Нет, тут опасно сидеть. Вот так сядем. И будем слушать. Эй, ты там не бегай. Я же все слышу. Куда? Скуре! Своровали! Все, не будешь воровать больше. Такс. Где последний? Будем сидеть вот тут, на всякий случай. Потому что там у меня напарник. Опа, кого-то увидел. И ты просто стреляешь. Чего ты поудобно? Что ты делаешь? Окей, мы выиграли. Да, все. Сальтуха за наибольшее число убийств. Вот видите, какой красивый человек Бэмэ. Так, окей, все. Закупились, мы молодцы. Чё, матраски? Нет, я... на этот раз я тебе не отдам мой супер коляшек. Так, пойдем сюда. И вот сюда уже. Так, флешка. Здравствуйте. Граната надо? Обязательно надо. Смотрите, сейчас запихнусь и удивлю их. Ну, давай. Они не удивлены. Ладно. Сейчас пойду на плент и удивлю их получше. Да тут что вообще всю спом вышел на них. А, понятно. 1-4. Блин, калаш не хочется посирать. Да блин, что у меня со сдачей? Я даже не решился что-то сделать нормальное. Что это за фигня была? Так, окей. Возьмемте вот этот винтовка по названию М4А4. Окей, все. Немножко запутался во времени, но сразу же определился. Так, готовим флешку. Флешечка. И гранит. Ай-яй-яй! Этот опять узколобый с юспом. Здрасте. Где все? А Максим выйдет гулять? Минус. Такс. Еще чё? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, сидим тут. А, за Вьетнам! Окей. Да уж. Даунёнок я. А, нет, все-таки. Даунята мои. Это противники, нет. Не противники, мои союзники, дуры. Вот что этот безмозглый делает? Инфа же была то, что он рядом. Но я туда пошел. Он реально глупый. Только что хотел посмотреть, понял, ну вдруг он просто идет туда, куда надо. Оказывается, он просто глупый.
Вау, вот это у него реакция. Просто похлопаем. Окей, давайте возьмем вот это М16. Ну, просто из-за того, что я снимаю, мне не слишком удобно снимать из-за того, что я могу просто... Что это было? Просто дебоширить своим микрофоном. То есть его приглушать. Так, флешка. Тихо, чапалахи. Все, минус лицом. Фига себе, чапалах получил, чел. Давай, я знаю, что ты там. Ах ты ж как мне в прыжке! Ты чё вообще? Индус. Понятно. Минус один даунёнок. Еще остался один даунёнок. А вот ты еще тоже даунёнок лежит, и я. Вау. Ты чё, не смей ничего сделать, мы тупым. Друг, ты куда? Там прохода нету. Там платный проход. Вот иди себе кофеек в этом автомате возьми. Вот, понял, бомб за has been planted. Иди. Дефьюз, дура. Справа же громыхает. Тебе сейчас плюху сзади дадут. О, немножко ты повернулся. Слышу немного меня. Видишь, пошел чел. Много. Да что у них за тим это? Несбалансированное. У них 10 на 3 пацан идет. Да уж, вообще... Сгупил я. Ну, мне вообще не очень нравится вот эта карта. Сейчас... Ой, тихо. Сейчас, наверное, буду говорить всем. Чё, оправдывается? Не умеет играть, бот. Да, это так. Ух ты, бля. Это очень опасно. Я сейчас как с вертушки дам. О, они Б рашат. Я конченый. Бёбёр. Вы чё? Сзади нельзя! Ну, гомунку. Вот даун. Если то, сразу же я осуждаю это все. Ну, вот смотрите, что он делает. Он разглядывает... карту. Смотрите, ой, вот, нифига себе, вот, смотрите, какой пиксель. Вот просто заглядение. Так, блин, а сзади, смотрите, какие пиксели. Ух ты. Нужно разглядеть этот пиксель получше. А то через прицел он вообще некрасивый. Так, так, блин. Вот этот пиксель тоже очень хороший. Настолько, что просто... Ой, ну давай, оба. Оба, оба. Вау, ух ты. А это кто здесь лежит? Нужно помочь. Эй, извините. Вы не знаете дорогу? Ладно, пойду пока что. Думаю, противники где-то там. Так, нужно еще не забыть почесать яйца. Такс. О, какая хорошая погода. О, мы что, выиграли? Блин, Украина выиграла. Ладно, вот такая вот мини-постановочная была у нас. Как сказать? Шизофрения. Но мы самое главное выиграли. Не знаю, где эти дебилы пробегали. Но это я очень рад этому. Так, окей, короче, вот сюда вот побегем. Мы молодцы. Вот этому челу буду помогать. Разносить и помогать. А, теперь они... Там, дебошири, да? Найс. Вы что такие нерешительные? То сначала один пуэнт и рашите, то этот. Вы решите, чтобы мы сразу же снарядились и окружили вас. А то мы вообще как какие-то цыплята бегаем. Ууу, нет, не убивай меня. И потом убивают, нас убивают. Опа, что это? Я не знаю об этом проходе. Это куда? Чё? Чё это такое? Где люди? Где все? Я даже полностью не вышел, он просто дал мне в лицо. Просто и со вкусом. Ладно, понял я вас. В этой катке мне ничего не светит, так что давайте лучше пойдем в режим полегче. Там, где полегче будет играть. Я даже киви смогу сделать.
Но это, конечно же, гонка вооружения. Это, наверное, более-менее для меня самый любимый режим. Вот это вот всякая сакура. Фу, какая фигня. Вот. В гонке вооружений в этой сакуре вроде бы нет. И надеюсь, ее никогда не добавят. Вилдж, вот. Это очень распространенная карта вот в гонке вооружений. И обычно где-то второе-третье место занимаю. Потому что на первом месте всегда обычно дебил, который просто сначала ебашит всех с ножа. И ни уму не принципиально, что, зачем, просто идет вплотную с тебя ножа. У нас пока разминочка. Убили, мы молодцы, я смог. А, расист! А, это было больно. По кому не стреляют, а ничего. Это вообще неправильно лысый. Не, у него просто никнейм лысый. Ладно, все, let's go to разваливать. Здрасте. Где все? Люди. Окейушки. Просто убивая всех с ножа. Я то, что я говорю в начале, это, наверное, про меня. То ли у меня лагают все, то ли они просто лагают. Ай-яй-яй. Окей, лучше, значит, заходить отсюда вот. Так, здрасте. Так, минус лысый. Побрили ему немножко. Что это? Ах ты ж чмо! Он меня тоже зарубил. Окей, сейчас идем рубить других людей. Минус лысина. Минус лысина. Хай, опять лысого убил. Окей, самый сильный пока я. Минус лысина. Минус лысина. Минус лысина. Окей. Пока дебоширим всех. Ну давай! Итоге убили этого чего? Ты его. Так, здрасте. Минус Э. Минус лысина. Ну вы где? Минус лысина. Окей, хотя бы меня не убили с ножиком. Да, меня не с ножиком убили. Так, минус чё? Опа, тихо. Да тихо ты! Чё до сих пор с первым оружием носится? Это тихо ты! Давайте, ну, скопа. Так. Уйди отсюда. Убили все же человека. Ну, давайте бебра. Окей, минус бебра. Да, блин, я это хотел сделать. Минус бебра. Минус бебра. Иди сюда. Да блин. Минус бебра. Здрасте, здрасте. Да чё ты такой злой? Я просто хочу убивать. В чем этого плохого? Бебра, 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 бебра. Бебра! Да алло! Что это вообще за игры такие? Я не понял. Так, там человек тоже почти бебру построил. Так, окей. Да не по него! Тихо, 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 мы идем, идем. У него 15 осталось. Алло!
Тихо. Бебра. Бебра! Я смог! Это было сложно. И, наверное, что вы слышали. Потому что я прям вообще разрубал все и каждого. 560 мы заработали опыта. Сейчас посмотрим, сколько мы получили денег. Так, 10. И 10. Ладно, на этом пока закончу. Если вам понравилось, если хотите больше видео по стендов, поставьте лайк, подпишитесь. Ну а с вами был Сатур. Всем пока.